Быть знаменитым некрасиво, не это подобает вас. Не надо заводить архивы, надо рукописями трястись. Цель творчества — самоотдача, а не шумеха и не успех. Позорно, ничего не знача, быть притчей на устах у всех. Но надо жить без самозванства, так жить, чтобы в конце концов привлечь к себе любовь пространства, услышать будущего зов. И надо оставлять пробелы в судьбе, а не среди бумаг. Места и главы жизни целые, отчеркивая на полях. И окунаться в неизвестность, и прятать в ней свои шаги, как прячется в тумане местность. Когда в ней не видать низги, другие по живому следу пройдут твой путь от пяти пять.